Axe or fists, it changes nothing. Axe attacks. Что, поиграем в лустрик? Продвижение Лудомания осуждаю. Не-не-не, тут все законно. Это все законно, не надо осуждать. Лудомания — это хорошо. Время рекламы от Изенвуда. Изенвуд. Блин, кстати, нашел дефект у кресла. Оно жутко скрипит. Ребята, кресло прям жутко, жутко скрипит. Вот я думаю, вы это и так слышите. Не понимаю, почему. Так, не хочу. Антимага возьму. Тенга вторая пришла на Оракл этот. Дров, когда стреляет, Таск всегда не прочь подраться. Какой дальнейший план? Нет плана. Наш план — нет плана. Вот этот план. Возможно, возможно, вот это, да, какой-то должен быть план. Минус антимаг. Плюс вот это. Не хочу вингу брать, вообще не хочу. Может, минус на антимага. Оу. А чё, нет? Так, игра. Мне начинается нравиться ход твоих мыслей. Так, смазочку с завода, и нет проблем. Смазка нужна, ёпта. Я не знаю, там, то есть, скрипит непонятно где. Я не могу понять. То есть, смазать не проблема. У меня всяких солидолов, литолов миллион. У меня был Викинг 4, сломался за 3 месяца. Скрипел и развалил. Сдал по гарантии. ВД-40 помощь. Нет, ВД-40 плохая. Смазка, она не для этого. Двоек, походу, не будет. Ладно, пойду я спать. Завтра на работу. Всем спокойной ночи, стример, удачных каток. Вжух, спокойной ночи. Мир трудма, и что тебе могу сказать еще? ВД-40 очистительно не смазывает, вот именно. А лучше силиконовая смазка, ВД-шка сушит в итоге, да. Все верно говорите. Да, надежда синих на камень, но еще у нас есть. Ну, вообще у нас все нормально. Вроде визуально нормально. Можем жить, можем сражаться. Не хочу это играть в таком пуле, но ладно. Ребята, у меня плохие новости. Хьюстон, we have a problem. Драться мне пофигу. Я псих. Хочу драться. Того. Никаких бафов. Я под зверями, орками и воинами. Но я тут сильнее. Две стрелы от Мираны в казу это не затащит. Как бы Кажан тоже неплох, ну что ж. О! Главное — поверить в себя. Поверь в мечту! Поверь в себя! Ну, предметы я брать не буду. Сидим, отдыхаем, чилим. Предлагаю рассмотреть вариант с похудением. Но это не точно. Спартачок, куда ж мне худеть? Я и так сейчас... То есть... Я был...
теле кинул 15 килограммов, и сейчас я очень-очень легонький. Так, ой, как плохо. И, в общем-то, сейчас вариант похудения совершенно неточный. Как-то так пока отыграю. Минус 13 хвостов, я же говорил, ролит стример 40 килограмм. Нет, не 40. Я 73, 74, может 75. Банановая диета. Нет, не банановая диета. Эльфы через испов? Вряд ли. Где же ты был на четвертом раунде, Исп? Ха! Козу Испа. Странная штука Dot Auto Chess. Ну, типа 5 армора челик. Короче, чат не активно ставил. Я эту закрою и в кроватку пойду. Макс, ну окей, чат сам виноват. Не хочет лудоманить, а потом жалуется. Чат, мы вас запомнили. Ой-ой-ой. Висп, хиль вардов, делай что-нибудь. Кто-нибудь сделайте что-нибудь, это приказ. Висп не туда воюет. Да не-не, все нормально, висп делает. Парик, отдохни. Уф. Уф, уф, уф. Уф, уф, уф. Орки. Ну, кто два. Джайгер плохо покрутится в Новаксу. Здесь Джайгер крутится хорошо. Панч не добивает Джайгера. Здесь, конечно, нет варлоков, но тоже такое. Бьют ли вот этого парня? Да. Нет, хорошо. Ну, то есть, есть еще шанс кого-то поубивать. Веничек. Там мало того, шанс поубивать, у тебя шанс победить есть. А это сейчас очень важно. Металлика будоражит. Металлика приятно. Ты собака, я собака. Ты собака, я собака. Ты собака, я собака. 32 голды, 5 уровень. Красавчик.
посмотрите на этот столб. 32 голды. Это честно, эта игра. Ладно. Нет. Возможно, нет, 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 нет. Никакими тониками я играть точно не буду, в 3 гнать не буду. Мирану даже больше возьму. А может так на инстрике на единичку ставить? Получается, что да, Максик. Я вот никогда тоже такого не видел у себя. Оказывается, что зря. Возможно, что-то не так делал. Нихума ничего нет. Чё, нам Миран пока нам. Вообще тут вижу только один путь игры. Не, ладно, два. Надо посмотреть предметы и решить. То есть прок и решать. Короче, у самурая нет цели, только путь. Только путь. Ну ладно, Гоучу. СФ, хочешь бахать? А хочешь ли ты бахать? Кек. А хочешь ли ты бахать? Вот в чем вопрос. Наверное, хочешь. Наверное, хочешь, а почему нет? Почему бы и нет? Ты очень хочешь бахать, прям вообще невероятно хочешь бахать. И меня это устраивает. Хорошо. СФ, ты не поверишь. Мне кажется, это хорошая идея. Е-е-ем. Е-е-ем. Ну чё, чувак, на единичках? Рассказывай, каково это сидеть на стрике. Мне очень интересно. Научи, пожалуйста. Ля, не получается сидеть на стрике на единичках все-таки. Ну ладно. СФ с богами играют? С какими богами? Почему? Какими богами? Где ты видишь богов? Нет, конечно, наши воины божат, но они не боги. Я не знаю, кто все эти... Enchanted, I'm sure. Я бы еще агра вот прям сейчас лапнул. Ну ладно, не будем. Мага было бы круто закрыть. Ой, изи. Короче, не понимаю эту игру. Ничто так не красит енота, как осанка. Зраш вот сел поровнее. Ать, спасибо. А причем там столько апнутых челов в лобби?
Как никто не провел, не знаю. Ластавка от меня на топ-2, окей. СС богами играют, отвечал, обманул чат. 5 минут вам дам. Приветствую. Гасяни, здорово. Мунч, здравствуйте. Как калибровочка происходит? Вот сейчас играю четвертую катку калибровочки, когда играю пятую, по итогам игр мне дастся ранг. По итогам этих игр, да давай одну. Да еще одну, что-то чувствую, что пошло, да? Мяу-мяу-мяу. А какой мяу-мяу-мяу план? Мяу-мяу-мяу. Ладно, самурая нет цели, только... Сегодня... Две игры, стал вторым, нормально. Нча мечты за ноль, это точно. Next ставки на топ. Ром сам закрыть не забудь. Окей, Максик, спасибо тебе большое за ставочки. А зачем тебе БХ? Затем, что у меня стоит обилка... То есть от юнитов, которые у меня есть, улучшаются мои проки. Вот я и подбираю, что дают. Подбираю, что дают. Угу, канка, веник. Бруда. Блин, так не хочу магом играть. Не хочешь, не играй. Есть же, да? Короче, я буду творить какую-нибудь дичь. План такой. Ребята, простите. Но в эфире дичь. Дичь FM. Вообще-то ошибка, да, что я делал, потому что сейф не пойдет. Ну ладно. Дичь FM на проводе. Да, предмет у меня на мага. Нахрена я тогда разоры с огром продал? Ну ладно. Прям предметы на мажищу. Бэби, бэби, ду. Бруда так бруда. Ладно, что, с предметами на маги поиграем на Акире. Чего нет? А кто запрещает это делать? Не знаю. Надо в левел выходить. То есть, наверное, все-таки вот это взять. Тасик, на. Пять голды, пять голды. Пойдет. Но узурпатор, здорово. Что-то ты сегодня поздно. Звери закрыты, мага бы какой-нибудь, да, отнуть на секундочку бы. Оу. А теперь не хочу втыкать. А, не могу, в принципе. Но могу и варлока воткнуть со зверем. И next round пангольера, и вообще огонь. То есть план не так уж и плох. Хорошо. Я подумал, я решил. Роман, куда писать, если курьера за конец сезона не дали? Конфеты пришли, а курьера нет.
Ну, не знаю, в поддержку игры наверняка тут же есть какая-то информация от создателя. То есть посмотреть в игре about. То есть вот сайт, там есть поддержка, email. Пиши сюда. Ну точно не мне. Я слышал, сегодня Безыпчик давал совет поставить язык английский и попробовать получить награду по новой. Не знаю, насколько он действенный. Что-то я хотел поставить пангольера как-то поставить, да? Четвертого зверя было бы круто. Ну так, чтобы не ломать воинов. Разора выкинуть. Сколько денег стоит левелап сейчас? 30? Нет, 32 это очень дорого. Пробовал, не помогло. Это в смысле, ты думал, что тебе за день не ответили, значит не помогло? Алло, тут даже суток не прошло с нового сезона, с того, как ты мог получить... Подожди. Понедельник, пятница, всегда так тренировка. Ага, понял. Вспомнил. Мне нравится курьер, который дает. Ну вот он, курьер, который дает. Вот он. Нет, нет. Курьер, где наш курьер? Вот он. Светящаяся, блестящая жопка. Назовем его так. Опа, минус стрик. Обидно. Я что-то как-то не ожидал. Ой, я буду мстить. Тем, я тебя запомнил. Я тебя запомнил, чувак. Вы тоже его запомнили? А, ты нажал на куру наград. Ну, то есть ты открываешь награды, вот это вот Season Awards, и здесь получится получить награды за текущий сезон. Тык. И вот у тебя высвечивается. У меня на стриме, например, видно было, как я получил награду. О, какой-то китайский друг тоже на Bishop 4 откалибровался. Ой, откуда у меня столько... Стоп, а нет, не-не-не. Вот только друзья. Bishop 8... Только классик, короче, из друзей откалибровался. Железо или сталь? Вот что тебе нужно. А все эти эльфийские финтифлюшки оставь эльфам. Вот если бы не было тавтологии с эльфами, наверное, можно было круто тут задвинуть. Так, ладно, пора усиливаться. На восьмом я могу стать хорошим акиром с баном кавахумов. Решим. А, драконов забанить, кстати. Да, хороший бан. За руку дают фиолетового, да. Кинг Квина дают легендарного, за руку фиолетового, за коня синего, за... Ой, за биша синего. Ну вот. Не, за руку фиолетового. 20, а что там, нам надо лапнуть зверя. Что-то я так подумал, решил. Не-не-не-не-не, синего в смысле, а эпичность курьера, я про эпичность курьера. То есть у курьеров есть, то есть фиолетовый, синий, оранжевый. Нету ранга эпичности у курьера синего, у этого оранжевого, красного. О, наш вообще, вот это наш. Марс удален монополии. Хорошо. Кто с Марсом играет? Морфлинг будет? Ну, то есть против Акира сильно, но... Что-нибудь придумаем. Когда-нибудь я снова закрою БХ Вайпер и ВД. Вот Крим Струлка. Пару роллов хороших. Вот последний. Не зря хотел драконов забанить. Надо победить. Сефчик на. Сефчик на. И придумываем план. Есть фулакир. Нужны четверки.
Нет, то есть цвет курьера какой выпадает? Я не знаю, какие там цвета. Их можно посмотреть, наверное. А, нет, тут еще нельзя. То есть на прошлом сезоне можно было. Панды что-то совсем не выстали? Ой, Музераш, не говори, у меня вообще с ними проблемы, с этими вашими пандами. Я хочу... Это уйди вообще. Давай автосборщик или канчик все-таки соберем. Сори, но придется делать так. Дизруптор. Тоже извини. Так, кому я что давал? На. Я очень сейчас нагрею, да, с этим вериком. Господи, как же хочется понаглеть. Не, ладно, нагрею с веником. Лучше фреона взять. Enchanted, I'm sure. Гол так. На, собак. Ты сейчас на скорую идешь? Нужен лоял, 9-й уже, да, фулл лакир есть, там что-нибудь придумаем. Как выкрутить 9-й лоял? У меня 4-й выкручено. Панда вообще не общается. Да, у меня панда молчит. Я в сколько раундов игр играю на панде, пытаюсь там что-то сделать, вообще молчит. Не отзывается на позывные. Я говорю, пш-пш-пш, Юстас, Алекс, грузите апельсины в бочке, мысленно с вами. Молчит. Мекка, да, мекка. Она мне пока не очень нужна. Не хватает. Форсик, да, какой-то можно будет зафорсить. Так вот. После 24-го разберу. Собак на. Забери маленькое кольцо волку. Зачем? 0-6 с пандами на Китае счет. Так-то. Релак, ты вот мне будешь рассказывать про панду? У меня вообще трагедия с пандами. Жуткая трагедия. Просто боль, страдания и никакого удовольствия. Они... Я не знаю, то есть все играют, у всех нормально, у меня не приносит панда. Две панды не приносят. Вы так хочется пару роллов нажать? Ну хочется! Все, успокойся, дуратар, успокойся. Все хорошо. У нас все в порядке, все в порядке. Зачем мне сэф? Варлка закрывает. Пусть сидит. Эх, маг бы сочный собрался. Да, ладно, Акир тоже неплохо. То есть я 2 по хп, 8 уровень дальше иду. Что-нибудь придумаем. А тролля у нас нет, да, Акир на чем будет? Ну ладно, посмотрим. Там что-нибудь придумаем. На чем будет наш Акир?
Vanguard. Сейчас надо выкрутить левел. Сколько стоит выкрутить левел? Насколько я отбитый? Вот ровно настолько. SF, давай, жги. Жги напалмом. Держи вот это. Отсюда что брать? Я не знаю, мне что-то кажется, что надо брать бродсворд, он нам пригодится. Хотя, подождите. Есть магия, можно кольцо взять. Ничего не буду брать пока. Все предметы хороши. Да успокойтесь с меккой, ничего она на Акире мне не дает. Мека-стрик. Конечно, мека-стрик. Все же продумано до мелочей. Сейчас можно врулиться в ноль и раз... так, показать, то здесь папочка. Тут юнитов нужно вообще чуть-чуть. Ну, кстати, неплохо. В целом неплохо. В целом. Надо подумать. То есть, ладно, ты со мной не идешь, ты со мной не идешь. Точно. Даже сам Кинг там не обязательно фигура. Кого-то можно вынести, да, сейчас 22 хп. Да изи. Бам. С запасом. С кем будем драться по итогу? Сейчас, наверное. То есть с Сином. Вряд ли орки будут какие-то суперсильные. Ларк ударили из пула. Я почти плакал. Так. У нас есть маг. Как мы оценим потенциал мага? Я думаю, что мага вынесут орки. Думаю, да. А зачем нам эти все леги без чена? Шагон, что ты шутишь? Ты думаешь, что леги только с ченом играют? Я могу играть Акиром на легах без чена, изи. Он сильнее меня, да? Но если там дизраптор не зачудит, в смысле, не забожит. Он сильнее меня. А дизраптор забожил. Просто дизраптор мог вот реально зачудить, и мы изи проигрывали. Это очень немного в плюсе я нахожусь. Возможно, вот это, да, нужно. То есть что-то из этого лишнее. Хочу ли это сейчас дать? Нет, не хочу. Лобби раньше умрет, мне кажется, хотя Рипер на 30 МБ. Но не знаю, надо думать сейчас, что делать. Остановись, Дуратар. Пожалуйста, остановись. Зачем тебе это нужно было? Ну ладно. СФ. У меня для тебя что-то есть. Может, это вообще предмет дизраптора. Он точно пойдет 2. О, СФ, у тебя проблемы, друг.
Он наролили с десятым. Тоже нулейги не прокают, правильно? Чё париться? Так, а что у меня по предмету? У меня молотков вообще ноль. Морфлинга удалили. Это бог живет, да? А, нет, син. Хорошо. А кто у меня есть из... То есть варлок сменит эсэфа. Точно. Мне нужен, то есть, варлок обязательно. Темпларки нет, синов нет. Варлок, дизрапт, что угодно. Макаки, что угодно. Снэпфайр, отлично. Нас все устраивает. По дропу с юнитов решим, что брать. А рейтим ли мы мага сильным? Думаю, что нет. Тогда что выбираем? Ротсворд. Гракс. Что Гракс мне нравится? Ну да, вот это очень полезные штуки. Ну давайте так. Сейчас да, придет больше в роллах лег, чем был до этого. Кто лишний на этом празднике жизни? Сэф, конечно, ну ладно. Надо в левел выходить. Хотелось бы найти какую-то легу. Гарьер должен Т3 идти обязательно. То есть Снэпфайр. Варлок уже, наверное, сильнее сэфа. Долгий каст нам не нужен. Предметы можно переложить куда-то. Макака в 2 идет этот. То есть один оф. А давайте, давайте Лего одинов найдем какой-нибудь. Бруданик со Стаси. Так, ну, во-первых, вот так делаем. Давайте, ну хочу Лего найти вот прямо сейчас. Глупо, да? Глупо получилось. Ладно, нужно смотреть на вещи позитивно. Руф Т3 погоним, Никса не погоним. Так, запасной Акир стоит. Над левел было ходить. Ну и предмет тоже надо раздавать. Чем я надо начну делать? Ну это без предмет. Сильный стол, куча хп, то есть по правильному тут тупо левел и все. Пусть скажет, сейчас пометит, на все можно играть. По кайфу. Держи. Я в тебя вообще верю. Почему этот Кримсон не собрал? Кто мне скажет? Уж стример не тупой. Наверное, поэтому. Не хочу разбирать сейчас, на 35-м разберу. А что мне, кстати, нужно? А, ну да, мотки какие-то, да, там что-то такое. А вот чего у меня нет. Ворует моих юнитов. Я тебе сейчас покажу, как воровать моих дизрапторов. Сейчас вот увидишь, почувствуешь весь кайф воровства дизрапторов. Ощутил? 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 Ощутил, ой, давай чуть-чуть вот прям капельку паролем. Я чувствую, что где-то что-то есть хорошее.
Возьму. Сок. Ладно, тогда макака лучше, чем ничего. Я готов тебе дать вот это. Давай. Макака, вперед. Все, нам нужен четвертый зверь какой-то, то есть лоник. Четыре зверя, но я козу уже вставлять не буду. Бабки для детки. Ремикс. Короче, не прошла у тебя фишка эта. А у меня сколько акиров-то тут? Раз? Все? Раз акир? Раз акир. Ну ладно, раз акир, так раз акир. Кримсон Гард, скорость атаки. Сейчас корона какая-нибудь выпадет, и все норм. Вообще мне уже, да, ничего из этого не лезет. Десятый вышел, молодец какой. Ну и как тебе в десятом, чувак? Блин, я хочу бы КБшку. Я тоже десятый выйду. А чё, думаешь, мне слабо? Мне нет. Зачем мне Акир, да? Зачем Акиру Акира? Хороший вопрос. Извечный, главное. Откалибровал. Антох, ты серьезно? Антошка, ты серьезно? Ты сейчас не шутишь над нами? Ты с классик, ну и что? С классика врал в лобби, и что? Какой 9? Серьезно, конь 9? Як. А сейчас чем будем делать? То есть нам не нужны брутки. Нет. Короче, сейчас думать буду, но, короче, хочу максимум грязь. Левела не выйду, хотя сейчас максимальная грязь, которую я могу, да, сделать. Стример жопу ставил, что это невозможно, Денис. Да, стример жопу. Да, был делом, ставил жопу. И чё теперь? Ой, давай, давайте паролимся. Я думал, что сделать. Можно было сделать жестко, а можно сделать вот так вот надежно. Эвхаристополис, здорово. Макака, да? Молодец. Ты расскажешь, как там. Что там, кончились яблочки, да? Какие дальнейшие планы? А у меня, если что, бабка, она переапана.
Ой-ой-ой, ой-ой-ой, сколько? Ой-ой-ой. 20 в лицо. 20 в лицо. 20 в лицо, это больно. Вон, в варлок я уже не переоденусь. Хочу закончить это максимально грязно. Ну давай, Син, давай мне расскажи о том, как идут дела. Яблочко, еще даже осталось яблочко. Опа, он меня пробил. Но я знаю почему, потому что я стою плохо. А теперь берем и становимся нормально. А, 40-е крипы, да. Стали нормально 40-х, окей. Типа 4 Акир с Т2 Эни с двумя брудками Акиром проигрывает салат мипа Акиру с Т2 мипарями. Красиво. Крипа центр стал. Не, ну крипов нормально, я поставился. Хочется максимальную салатину все равно устроить, то есть топ-салат. Прям такой оливье. Го паролем. Не знаю, что мне нужно, правда. Брутка. Три. I was already bordering on observe. The Stormcrafter comes. Тун тун туру ту ту. Щит ок. Щит это ок. Мне кажется, тут ничего не выставляй. По-любому грязь. Не, ну если дизраптор так будет кастит, то не грязь. Хотя вот на этот стол посмотри. Бам. Если кто-то хочет собрать брудку Т3, он это делает, правильно? ГГ. Серьезно, чувак? ГГ, ты уверен? Может, подумаешь еще разочек? Ну как, соберем с Снэпфайром, поставим. А, не будет брудки Т3. Снэпфайр будет сильнее, чем Акир с Дизраптора. Ай-яй-яй-яй-яй, кстати, он меня, да, почти пробивал. Что там у нас было у ролла? Эть-эть-эть-эть-эть-эть-эть-эть-эть, дизраптор был, да? Еще что, ничего больше не было. Ну, нормально так лег понасыпало. Well played, Валентайнос. Yeah, well played. Мы хотим увидеть, как ты кушаешь манго. Для этого надо проигрывать периодически. Чтоб кушать манго. Чтобы кушать манго, нужно лузать. Готовы ли мы к этому? Не думаю.